Тедди, сегодня мы будем готовить. Я сварю суп для Тедди, Тро-Тро, папы и мамы. А для этого мне нужны овощи. Чтобы суп был вкусным, нужна картошка. Камушки совсем как вкусная картошка. Картошка объедения. Еще нужно немножко лука. О, придумал. Надо добавить чуть-чуть сыра. Перемешиваем. О, не хватает соли. Остановка называется суп. Спасибо, грузовичок. Чего-то тут не хватает. Воды. Будь осторожен, Тро-Тро, как бы не пролить. Перемешиваю. Вот и все, готово. Ну вот, пора звать папу, маму и Тедди попробовать мой суп. Папа, мама, попробуйте. На, папа, суп очень вкусный. Пальчики оближешь, Тро-Тро. Мама, теперь твоя очередь. О, нет, мой суп. Ой, как жалко. Что ты наделала, мама? За это я приготовлю твой любимый суп на обед. Хорошо, что осталось немного супа для Тедди. Сегодня мне нужно быть красивым, ко мне придет играть Зои. Тро-Тро, Зои пришла. Привет, Зои. Привет, Тро-Тро. Показать тебе игрушки. Видела мою трубу? А это мой мяч. А это маска тигра. Я люблю свои игрушки. Я построю большой замок, Зои понравится. Хочешь, я построю большой замок? Ну, если хочешь. Это будет наш замок, ладно? Замок развалился, Тро-Тро. Осталась только крыша. Ой, какой ты неуклюжий, Тро-Тро. Я ухожу. Если ты такая, я построю дом для себя только.
Я забыла свой рюкзак. Где ты, Тро-Тро? Ой, какой славный домик. Нравится? Конечно, можно к тебе? Если хочешь. Это дом для нас двоих. Твой домик чудо, Тро-Тро. Я буду готовить пирог, Тро-Тро. Можно я тоже, мама? Отличная мысль, Тро-Тро. Для пирога очень нужна мука. А еще нужны яйца. Аккуратнее, Тро-Тро, осталось только два. О, разбить яйцо непросто. Вот получилось. Еще для пирога нужен сахар. Немножко, еще чуть-чуть, но не слишком много. Помешаем. Вот и тесто. На, возьми, Тро-Тро, это скалка. Катись, катись, скалочка. Катись, катись. Много дырок, много дырок. Двумя вилками быстрее. Тык-т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 ык. Теперь добавим вкусных вещей. Томатный соус побольше. Тертый сыр. Ой, сырный дождь. Вот и все, пирог готов. Не трогай плиту, Тро-Тро, она горячая. Мама поставила мой пирог рядом со своим. Уже вкусно пахнет. Мама, мама, пирог готов. Посмотри, это Тро-Тро приготовил. Мы попробуем сначала. Спасибо. Выглядит совсем неплохо. Послушай, Тро-Тро, это не совсем пирог. Это пицца. Очень вкусная пицца. Да, это же пицца, Тро-Тро. У нас скоро ужин. Надевай пижамку. Моя пижамка. Ой, я так голоден. Тедди, пойдем мыть руки. Мамин поцелуй такой сладкий. Не хочу смывать его. О, красная помада. Я накрашусь, как мама. Нет. Тебе нельзя, Тедди. Помада не для медвежат. Красота! Красота!
От этого крема я весь белый такой. Смотри, Тедди, все разноцветное. Да, как тебе мой грим? Тро-тро, ужинать. Ура! Идем, Тедди, сегодня суп. Вот так мы. Теперь костюмы. Это будет полосатый плащ. Зеленая шляпа. И синий зонтик. О, это Тро-Тро? Да, это Яша. Здравствуйте, друзья. Вот это я. Узнали меня, я клоун. И это мой друг Тедди. Молодец, ты прекрасный клоун, Тро-Тро. Да, и я голодный. Мамин телефон звонит. Мама не дает мне играть с новым телефоном. На, Тро-Тро, это тебе. Меня? Спасибо. Только аккуратно, Тро-Тро. Это не игрушка. Ладно, мама. Алло, Тро-Тро? Это Лили, ты меня слышишь? Алло, да, Лили, я тебя слышу. А ты где? Угадай. Я в саду под большой яблоней. А я знаю, ты в моем саду. И ты звонишь по телефону твоей мамы. Подожди-ка. Тро-Тро, не потеряй мой телефон. Ладно, мама, я только найду Лили. Теперь и я под большой яблоней. Алло, Лили, ты меня слышишь? Да, Тро-Тро, я слышу. Я знаю, где ты. Лили прячется за яблоней. Лили! Лили! Я сдаюсь, где же ты? Угадай! Приятный запах! Я все понял, ты в кухне. Вовсе нет, я собираю цветы. Цветы? Теперь я знаю, где ты. Ну нет, так нечестно, Лили. Хватит бегать. Тро-Тро, ты меня слышишь? Нет, не слышу. Ну давай, Тро-Тро, вставай. Посмотри в песочнице, там тебя ждет сюрприз. Сюрприз? Песочнице? Да, Тро-Тро, один цветок тебе, а другой Тедди. Тедди? Где же Тедди? Я его потерял. Нет, не бойся, посмотри у яблони. А, да, точно, я же его там оставил. Да, дурачок. Да, но как же Лили узнала, где Тедди? Потому что тут. И Тедди тоже. Ты меня поймала. Алло. Тро-Тро? Да, мама, это я. Ты уже поиграл с телефоном? Да, мама, я только попрощаюсь с Лили. Алло, Лили, это Тро-Тро. Привет. Пока, до встречи. Пока.